Всем привет, с вами Фред. Сегодня продолжаем проходить Халва, это вторая часть. Вторая часть прохождения. В прошлом видео мы остановились вот на этом моменте. Тут непонятно, как выбраться. Тут назад вроде ходили. Ладно, давайте еще попробуем решетку побить. Может получится. О, сломалось. Хорошо. Так, ладно, мы выбрались из вентиляции. Выбрались и сразу умерли. Выбрались и умерли. Вообще замечательно. Короче, в прошлый раз надо было просто еще немного ее побить. И мы бы тогда выбрались. Так, ладно, зомби убили. Что тут есть в ящиках? А в ящиках ничего. Так, у меня гранаты есть. Есть кто-нибудь? О, хедкраб. У меня 2 хп только. Давай поможешь. Пошли. А, опять умерли. Так, ладно. Надо что-то делать с этим хедкрабом. О, у тебя есть 27 хп. Лекарство мне дал в шприце. Так, вот крапотюк. А он вот как раз получается 2 хп и снимает, да? А ё-моё, ты чё прыгаешь? Взял, выпрыгнул из окна. А чё, дверь закрыта, что ли? Выйти не мог. Дробовик! Теперь у нас хотя бы есть нормальное оружие. Это хорошо. А то тут столько зомби, этих вартигонтов. А, тут замочили одного. Всё-таки. Железная. Монтировка не пробьем. Так, ладно, давайте сюда. У тебя есть? У него лекарства нету, походу. Джимен! Так, вот скриншотик. Можно превьюшечку пойдет. Так, а что тут? Подожди, мы входили, мы туда, и теперь мы опять здесь. А здесь что, нельзя было дверь просто взять и открыть? Нафига мы тогда через морозилку перлись? Так, ладно, тут один путь. Сюда. Так, сохраниться надо. Чё, нам прыгать? Оба! Допрыгнули. Держись! Держись! Братан! Только держись! Не отпускай! Эйнштейн!
Реально, Эйнштейн. Я ж тебе говорил, не отпускай лестницу. Ладно, двигаемся дальше. Чё, тебе сюда прыгать? Так, сохранимся. Опа, допрыгнули. Так, а теперь куда? Опа. Так. Чё, на кнопку сжать, что ли? А, загрузка. Нифига себе. Нифига. А что это? Так это мина какая-то. Он просто взял лазер мины и насквозь пробежал. Гений. Так, заряд пополнили. Так, сюда войти не можем. Окно разбить не можем. Дверь захлопнулась. И чё? А чё теперь делать? Окно не разбивается. Сюда войти не можем. Сюда не можем. А чё делать? А, её открыть можно. Так, ладно. Там была мина. Так, мину обезвредили. Теперь можно идти дальше. Ай, турель. А это что? Лазеры. И что эти лазеры делают? Как нам пройти? Так, ладно, давайте посмотрим. Оба. Тут ящик. Взрывоопасный. Так, ладно, теперь у нас есть... автомат. С автоматом еще получше. Так, мы его можем уничтожить, турель. Так, турель уничтожили. Появляется из порталов тут сюда. Суету наводят. Еще один. И еще. Что это за звуки? Так, тут ничего. Эту кнопку нажимать не будем, потому что она двери закрывает. Так, тут перепрыгнули. Пролезли. Все, минус 3. Подхилиться надо.
Отхилились, так, отлично. А ё, вон там винтовка валяется. Закажем. Я хочу всего. Чё это, клопы бегают? А, я его могу убить. Вроде эти баночки восстанавливают по одному ХП. Тут закрыто. А мы туда вообще попасть можем? Я просто оружие хочу. Походу нет. Или потом можно будет. Так, пулеметики. Турельки, точнее. Она сама себя взорвала, что ли? Ты хитрён, Макарён. Сколько вы появляться здесь будете? Так. Хорошо. Опа, гранатка. Опа. Турелька. На. Два выстрела с турелька, короче, надо. На турельку. А вот еще. Так, и эту подбили. Теперь через верх. Ой, упал. Упал и поднялся. Ты хитрён, Макарён. Сколько вас здесь? Это крабы эти. Лезут всего цель. Четвертый еще и в воздухе завис. Шикар. Это, наверное, какие-то датчики движения. Ты чё, бессмертный? Скользкий пол. Нифига скользкий. Прям дрифтить можно. Так, хорошо. С турельками разобрались. Еще и мины. Еще мины. Капец. Отойди, братан. Let's go. Давай, отойди. I'll stay here. Да-да-да. Оба. Оба ты. Джимен. Еще один. Ну, точнее, это один и тот же Джимен. Чё это? Как будто по рации кто-то говорит. Чё? Чё произошло? Чё ты кричишь? Так, здесь ничего не работает. Так, в ящиках может что? Патрончики. О, еще патроны для дробовика патрон. Для дробовика патроны, конечно, нужны. Так, нормально салутались. Вояка. Чё ты делаешь? Ты убил его. Ты понимаешь, что это преступление? Ты меня слышишь? Что это было сейчас? Как из пулемета стрелял. Монтировкой. Так, сюда. Сюда. Лифт. Перезарядить надо. Чтоб полный был. Обоим.
Куда ты бежишь? Так а нафига ты бежишь к ним, если ты не хочешь, чтобы они... Гениально. Так. Тихо, тихо. Закончились патроны, переключился на монтировку. Гениально. Что произошло? Так, куда нам? Так, тут что в ящике есть? Аптечка. Аптечка сейчас нужна. Еще бы одну аптечку. О, тут есть зарядная станция. Сейчас костюмчик подзарядим. И аптечка. Так, что тут? Donut stack. Барнак, ладно, обойдем их, потому что патроны тратить не хочет. Патроны тратить на этих барнаков еще чего делать. Так, турель. А тут барнакла. О, языком шевелит. Есть хочет. Так, конвейер. Зачем здесь конвейер? Пока что непонятно. Может потом понадобится. Здесь все может потом понадобиться. Так что... Тихо, 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 тихо. А, здесь еще одна. Я только подхитился. Так. Хорошо. Опа. А если я вот эти ящики разрушу, мне бобо будет. Так. Задело. Все-таки за дело. Ебка. Ты что там шмаляешь? Дубина. Я Гордон Фриман. Как ты смеешь по мне шмалять? Че, съели? Кого съели? Он что, этого вояку съел, что ли? Нифига. Помог. А я думал, барнаклы только нас жрать будут. Они нам еще и помогают. Так, на дробовик кто-то включится. Опа. Не видно нифига. Надо было фонарик включить. Но здесь фонарик какой-то вообще ущербный. Он светит на 3 километра, но при этом по бокам он не светит тебе. Вот на движке Source, вот там фонарик получше. Там он хотя бы, там хотя бы свет рассеивается по бокам у тебя. А не только вот тупо вперед на 3 километра тебе светит. И ты нифига не видишь с этим фонариком. А, так мы вот здесь были, вот конвейер. Где они?
все. А как он сюда? А, здесь лестница. Как он сюда забрался? Так. О, батареечка. Батареечка, патрончики. Есть что еще? Так, больше ничего, походу. Так, так. А вот здесь что есть? И здесь ничего. Ну, подхилимся хотя бы. Так, 84 хп. Можно двигать дальше. Загрузочка. Оба. Шумит что-то. О, мы на поверхности. Ё-ма. Где он? Тихо. Тихо. О, у него граната была. Кто меня убил? Тихо, тихо. Да ё, ядрёна вошь. Чё вы лезете? А, у меня, походу, из-под ствольника шмальнул. Гранаты эти. Так, возьму-ка я, наверное. Автоматик. Вот так. Да ё. Сколько вас там? Да, вот, на винтовке есть подствольник, она набьёт. А я вам всё здоровье мне сняли. Так, вертолет, я надеюсь, не стреляет. Сохранимся на всякий случай. Что это было? Ядрён батон. И чё, мне бежать куда-то? А, вот сюда. Стоп. Что? Понял, короче, сейчас. Показалось. Я думал, у меня звук из динамиков играет, а не из наушников. Тут вниз спуститься можно. Так. Я думал, надо типа будет просто переждать в этой коморке. Так. Подхилимся, подзарядимся. Так, это открывается. Здесь ничего нет. В ящик, наверное, тоже ничего. А, нет. Есть. А, куда я упал? И откуда ты взял? Так, хорошо, что отсюда. Так, 50. Так, больше ничего. Нифига себе. Разбомбили, так разбомбили. Так.
Ай-я, сейчас туда спускаться. Так, это не ломается? Вроде нет. Не, наверное, такие решетки не будут ломаться. Наверное. Оба. Винтовочка. Ее нельзя взять. Ай-я. Так. А, ну у нас боезапасы там полный, наверное. Поэтому и нельзя взять. Короче, если я сейчас ошибусь, меня подшибет. Оба. Ну чё я туда полез? Надо было сразу лезть в вентиляционную шахту. Так, это что? Это что? Ах ты, говнюк. Вот, я про вот это. Вот он тупо светит на 3 километра, но при этом по бокам, как нормальный фонарик, он не светит. То есть, фонарик должен светить типа вот так вот по бокам, и при этом еще вдаль. А он светит тупо вдаль. Куда нам вообще надо сейчас? Так, это не разбивается, да? Значит, нам назад. Там была в полу какая-то тоже решетка. А здесь что? А тут что? А, вот сюда, наверное, сюда. Так. А, так вот, вот. Возле вот этого окошка мы стояли, сюда смотрели. Блин, почему нельзя просто вот здесь пролезть, сюда, и сразу оказаться здесь? Нет, надо лезть через какие-то склады, чтобы пройти дальше. Вот взять просто через вот это вот окошко пролезть. Ну рассказывай, как умер. Чё видел? Косточка. Супчик сварить из косточки. Из одной. Тут не открывается. Вот я могу. Нет, вот оно не пролазит. А куда нам надо? Вот мы сюда провалились. И что нам здесь делать? А, можно назад. Ладно, давайте проверим. Вот это. Тут может разбить можно. Походу нет. Ладно, остается последний путь сюда. Может, не зря здесь хэдкраб был. Еще фонарик пускай подзарядится. А то нифига не видно будет. Потом. Оба. Оба. Что это сейчас было? Граната взорвалась, что ли? Айо, дальше ты куда? Ничего не открывается. Тупо забор. И все. А это разбивается? Куда нам надо-то? Я так и не понял. Вот блин.
Куданом, а куданом. На Кудыкину гору, походу. А что, идти некуда. Тупик. Так, и сирена какая-то. Может сюда? А, оба. Что-то интересно. Тут ты отцепись от этой лестницы. Оба, оба. И чё, тупо патроны здесь, что ли? Так, там две турели. Здесь турель. А мы здесь не были случайно? Вроде были, что-то похожее место. А может вот этот вентилятор просто подорвать? Не. Нифига. А куда? Я вот реально не понимаю, куда нам надо. Сейчас будем породить пол серии тупо в этой вентиляции. Это ёшкин кот. Куда идти-то? Идти тупо некуда. Там были, там тупик. Блин. Не, нифига. Так, ладно. Не, реально. Куда нам? А если вот это попробовать подорвать? Вот так вот сейчас вентиляцию. Оба. И что? И нифига. В общем, посмотрел я на ютубе, как это проходится. Нам нужно вернуться обратно к вентилятору. К лестнице, к той. И, в общем, по лестнице все-таки спуститься можно там. Там типа не надо выключать вентилятор. Сейчас тогда вот, вот здесь, вот эта лестница. Здесь по ней можно спуститься. Сохранимся на всякий случай. Так, сохранились не зря. Так, аккуратно, оба. И вот сюда надо. Вот. Вот, вот эту вентиляционную шахту. Ты чё, он к лестнице прицепился? Фонарик, конечно, офигенный вообще. Слов даже нету, чтоб его описать. Но хорошо, чтоб хотя бы сам заряд установил. Салам алейкум.
Что это такое? Как это? Вот мы здесь были. Почему она раньше не открывалась? Какой гений это думал? Завались. Много тараторишь. Так. Новая глава. Так, сюда нам? Кто там? В кого он стреляет? Плюется, точнее. Так, все, он погиб. Тут ничего. Ах ты мелкий паразит. Где он? Откуда он прыгает? Не пугай. Я чуть не обосрался. Что это было вообще? Взял, выбил дверь, напугал меня. Во, еще одна монтировка. Возьми вторую. Возьми вторую. Будет с твоими... У тебя будет две монтировки. А там что там в ящиках? Это динамит, что ли? Или тротил? Тонна тротила. Так. Что? А. Так, теперь сюда. Это лифт, походу, какой-то. Опустимся сейчас ниже. Сейчас, наверное, нам порвут. Нас порвут. А, нет. Все нормально. Только парочку собак злых. Так. Сюда, походу, теперь. Чё, это вагонетка какая-то? Ай, тихо. Тихо. Я не понял, что сейчас было. Я Е нажал. Вот. И чё? Типа... И что? Вперед. А, тут еще и скорость переключать можно, типа. Первая и вторая. Надо было просто W нажать. Так, еще. Какой песик. Эй, какой песик плюется. Скотина. А чё их не раздавило? А вот раздавило. Я думал, их не раздавит. Тихо. Куда? Ядрён мадрён. Врезались. ДТП. Где он пилик? Вот. Пиликает. Так. Море. Я думал, я по нему вообще там не попадаю с такого расстояния. Хотя винтовка должна попадать. Хорошо, у нее точность должна быть хорошая. По трубе. Куда? Сюда. В трубу. А если эта труба сейчас этими токсинами заполнится? Мы же здесь не выживем.
тварюги эти. Лезут и лезут. А как обратно? А то и... А. Лестница. Еще одна. А эти типа на эти токсины что ли пофигу? Ну хотя да, она же из Зена. Блин, вот откуда? Она, блин. Она просто стоит на этой луже и ей все равно. Что тут есть токсины, что их нету. Просто стоит. Как Иисус, блин. Так, тихо, тихо, тихо. Вливаться нельзя. Прикольно вот так. Здесь все зеленым светится. Оружие зеленое, руки зеленые. А едрю. Простите, что оторвал вас от еды, но у меня другая цель. А у меня уже патронов не осталось почти. Так, там зомбар. Минус 3. Уху. Стоит как будто вот... Как будто вот под Герычем стоял. На. На. Упал. Да кто там плюется? Это он что ли снизу там плюется? Нифига. Гопник 80-го левела. Плюется тупо на километр. На. У тебя есть аптечка? Банит тут. Ай, нифига себе. Назад. Нет, нет. Ты сожрал его. Эх ты ж говна кусок. Так, это что? Топливо. Это, наверное, кислород. Power. Test fire. Наверное, надо будет запустить огонь и пожарить. Пошли со мной. Пошли. Yeah, let's go. Давай. И вот как это контрится? Как мне пройти? Удила. А, он свалил на время. Так, хорошо. Тихо. Тихо, тихо, быстрее. Все, успел. Долбит, долбит. Ты ж по ушам бьет. Уже надоело слушать. Надоело слушать, как бьет уже. Так, это тот зомба, который мы видели. Или нет, это другой. А, нет, да, мы его видели. Надо было его сразу прибить. А, он тут. Там еще один, что ли? Оба. Все, мертвый.
трубы с чем-то, жидкостями какими-то, наверное. Так кто тут стонет? Зомбак. А где он? Где он? За дверью, что ли? Тут закрыто. Гад! Еще один! Два гада. Все? Да кто еще там? Так. Это как открыть? Ай, блин. Вопросов больше, чем ответов. Куда идти? Закрыто. Хитрён батон. Он что, простреливается, что ли? Там следы и пятна остаются. Так, ладно. Давайте остановимся еще на одной нерешенной головоломке. Всем удачи, до следующей серии. Всем пока.